Всем привет! Последнее видео, которое я записывал для вас, это был вечер вчера. И отсюда я сказал, что в принципе успешный был прогноз. Примерно 6% шорт. Отсюда я нарисовал движение вверх. Мы получили 6,4%. Вот, поскольку я как бы спал, не торговал, свои проценты я взял, автоматически продалось, я не ставил на лонг, просто зашортил и все. Вот, в течение дня я торговал. Что я для вас хотел сказать? Много чего можно было сказать, я много чего говорил в прошлых видео, очень важные такие моменты, тонкости, но не все, понятно, могут досмотреть полностью видео. Видео у меня делится на там, вводное, да, будет вводное, это как бы такие новости, что произошло, и немного переходя на графики по биткоину, которые показывают нам, в принципе, движение любой криптовалюты, кроме тех, которые пампят. Второй момент, я покажу вам инструменты, которые вам необходимо установить, ну, то есть зайти, зарегистрироваться, потому что без этого вы не сможете в дальнейшем торговать. Вот не мало того, чтобы иметь какую-то криптобиржу, завести туда деньги и все, и уже думать, что вы будете там получать плюс постоянно. Поверьте, на опыте, если вы вот так вот смотрите на график, его не понимаете, и вы так, вот-вот, цена идет вверх, все нужно купить, 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 то, скорее всего, вы будете в минусе. Поэтому показываю вам еще раз вот в начале, что вам необходимо сделать. Вот прямо сейчас можете вниз пролистать видео, которое будет запущено, которое вы смотрите, вниз пролистать, вот перейти по ссылке первой. Сразу зарегистрироваться в этой программе. Это очень хорошая программа, которая показывает вам ставки крупного игрока. Здесь вы можете там увидеть, там, что происходит на Binance, что происходит на Bitfinex, Bitstamp. И посмотреть, что вот тут есть ордер на 1591 и 1610. Так вот, вот если вы поставите ордер, допустим, вы хотите идти в шорт на 1611, он не пойдет, пока этот ордер не будет выкуплен. И смысла вам, в принципе, нету здесь ставить ордера, потому что он, скорее всего, дотянет до 1610 и пойдет вниз на несколько процентов или 0,5%. И здесь вы можете видеть не только там тот же Ethereum, который я сейчас показываю, вы можете видеть разные криптовалюты, абсолютно там SFP и так далее. Пошло-поехало. Зарегистрируйтесь по этой ссылке, которую я вам показал. Будет вам бесплатно несколько часов использования этой программы. Еще раз, вот эта ссылка, переходите по ней и получаете несколько часов бесплатно, чтобы попробовать. Вторая ссылка — это вот следующая, бесплатная регистрация программы аналитики, там где я веду обзоры и рисую график. Кликайте на нее и переходите также. Зарегистрируйтесь на ней, у вас будет тоже по этой ссылке 30 дней бесплатно использовать все возможности этой программы. И смотрите, что я где нажимаю, где я что ставлю. И пробуйте тоже предугадать движение цены. Используйте разные индикаторы. И мы потом будем тоже обсуждать про эти индикаторы. Но на данный момент вам нужно хотя бы там задавать какие-то вопросы для начала. И первое, что вам нужно, это вот установить первую, вторую программу, то есть зарегистрироваться и пробовать уже с ними идти дальше, торговать. Кто еще не начал торговать на Binance, там есть криптовалюты, которых нет на других биржах. Вот, пожалуйста, покупка и регистрация на Binance. Регистрируйтесь. Та же вот инструкция, как зарегистрироваться. Текстовая инструкция и обучение для вас в разных наших плейлистах. Вот опрос. Здесь это как бы сообщество. Тоже сейчас покажу. И по вопросам там рекламы, ну, или вопросы другие, задавайте, вот, пожалуйста, в телеграм-канал. Вот насчет опроса. Вот смотрите, здесь вы видите сообщество, здесь мы постим разные новости. А, кстати, плейлисты, для вас плейлисты, тоже переходите по плейлистам, смотрите,
Тут есть листинги, все практически листинги, которые были. Прогнозы, это то, что вы сейчас смотрите. То, что вам ценно еще, торговля на споте, где мы тоже несколько заработали тысяч, наверное, 5 тысяч. Торговля на фьючерсах. Так, и... Да, вот то, что вам нужно. Дальше, вот сообщество. Переходите каждое утро. Я или вечером, или в течение там, дня могу запостить какие-то моменты с криптовалютами. Вот, допустим, смотрите, листинг. Вот через 2,5 часа листинг. Мы это озвучили и вам это все выложили. Дальше, вот ETH. Я зашел по 16.12. Давайте пока еще раз по этим самым, по новостям. Вот, допустим, предстоящие события февраля. Посмотрите на те криптовалюты, с которыми что-то будут делать, да. То есть развивают проекты и так далее. Вот давайте покажу то, что вот просто вот на, я бы сказал, расслабоне, да, 16.12, небольшое плечо, 16.12, 1612. Зашел, вот, я думал, что мы пробьем 1650, но опять, я ж не в полной мере могу уделить внимание на торговлю. Так вот, где-то вот здесь вот, да, 1600 я лонг брал, сейчас я вам покажу, вот здесь, вот оно. 1600 где-то 12. Вот эта линия, которую я зафиксировал, красная. Я здесь зашел и здесь вышел. Примерно вот в этих рядах. Все, я заработал свою. Потом идет шорт. Дальше я выкладывал. Что у нас там дальше получилось? А, я перезашел еще раз. Там процент я уже, да, перезашел на 160, на 1630. Дальше я опять зашел, продал то. Зашел по 1605, продал за 1664, получил плюс 28%. Вот. Сейчас продемонстрирую. Вот график. Вот оно. Я тут для себя, видите, я для себя тоже. Вот движение цены вверх отсюда. Можете линию слишком длинную нарисовать, неважно. Важно то, что мы отсюда получили 1-2%. Все достаточно. Отсюда мы получили 4%. И здесь где-то 6.05, вот что я показывал, я получил... Вот смотрите, видите, максимум можно получить было 4,5, это без прилича, при x6, там больше 24%, да, процентов. И вот, пожалуйста, тоже, то, что, ну, это 15 минут, отсюда вот до сюда вот 1,7%, вот он до сих пор падает. Вот, что мне, в принципе, надо было, поэтому... Прошлый, кстати, прогноз еще раз. Вот он 100% отработал. Я вообще доволен. И вообще очень круто. Вот. На сегодняшний момент мы сейчас просмотрим несколько криптовалют. Посмотрим, что с ними произошло. Да, я хотел показать еще вам. По биткоину, смотрите. Вот, допустим, кто-то там рисует вот такую модель развития. Типа пик примерно в мае этого года. И несколько типа лет он будет варьироваться вот примерно вот так, да. То выше, то ниже, то есть волатильность такая. План Б. Есть такой человек, непростой человек. Вот он там предложил такую модель развития цены биткоина. И она идет чисто по его модели. Вот то, что мы показали сейчас, да, вот в этой модели и здесь. Поэтому высока вероятность, что еще вот движение пойдет вверх, да, и где-то здесь будет вот такая какая-то волатильность. Вот, предстоящие события я вам рассказал, смотрите, заходите. То, что Билл Гейтс будет там разрабатывать свою собственную криптовалюту, я тоже написал. Интересно посмотреть, наверное, будет успешной, потому что все люди, которые известные,
скажем так, им больше доверия, и им, вот как вот биткоин, да, вот что-то такое произошло в мире, что все переключились, ну, все переключаются сюда, вот все финансовые структуры. Вот, микростратегия, пока вы там боялись, что биткоин слишком просядет, упадет, они уже начали скупать на 1 миллиард. И не только они, кстати говоря. Сейчас. До этого еще компания Джека Дорси Square купила биткоина на 170 миллионов. Вот, потом Reddit, что купила биткоин по выгодной цене. Швейцарский банк Bordier NC, основанный в 1844 году, своим клиентам предлагает покупать и продавать криптовалюты. Вот. Также в январе крупные игроки, которые приобрели 80 тысяч биткоинов, продали в феврале их и получили около 7 миллиардов дохода. Вот, в основном понятно, что в январе они скупали биткоин. И в феврале, вот как вы видели, когда началась такая паника, начали продавать. И также те, кто контролировали вот до, в общем, тысячи биткоинов в одном кошельке, в прошлом месяце они продавали. Были 95 тысяч монет. А на феврале они, напротив, купили уже 117 тысяч биткоинов. То есть, в общем, рынок криптовалют, он растет, и все больше и больше людей узнает об этом. Я думаю, что, да, волатильность, она будет вот такая, какая вы видели. Давайте зайдем на биткоин. У нас такое затяжное сейчас движение вниз. Это 15 минут с 16 часов, вы видите, уже минус 4%. Вот. Вот я делал тоже движение раз, два, да, вот, то есть с вечера просто сделал раз, два и примерно точку поддержки 51 612. Вот он до сюда и дошел. Поэтому прогноз вообще, наверное, на 150% отыграл. Если типа не торопиться, вот тут здесь вот не паниковать, и если вы видите реально график, то, ну да, вот тут он спустился, вот реально здесь лучше зафиксировать. Почему ждать, вот, пока он опустится, и вам вот отсюда, вот допустим, даст только 1,2%, если мог зафиксировать 5%. Зачем жадничать? Взяли, зафиксировали, допустим, часть, взяли, поставили стоп-лосс. Здесь после стоп-лосса перезашли и заработали еще дополнительно 5% и 10% депозиту за день. Это офигенно, нормально. Так вот, давайте смотреть дальше. Что мы тут видим? 4 часа. Все вот эти хорошие новости, все такое. 4 часа. Мы вроде как и по объемам видим, да, что вот оно варьируется где-то в этом районе. Вот. Возможно, на 4 часа движение еще продолжится вниз, там, до 48, там, 400, вот где-то до сюда, да. Сейчас, давайте посмотрим. Здесь мы видим, да, так, тут торгуется. Здесь мы видим, так. И здесь мы видим, так. Ну, допустим, да, вот это, в общем, зона. Я бы ее обозначил. Конечно, не хочется, чтобы он прямо вот так вот падал вниз. Но вот на 4 часа возможное движение к этой зоне. Отсюда уже будем смотреть, что-то делать, какие-то варианты. Потому что это может ночью произойти движение вниз, если все так, как я говорю. Но опять-таки ставить вам ордера, не понимая график, очень будет тяжело, поскольку вас может выбить по стопам. И вот то, что я вам говорю,
Посмотрите наши плейлисты, как мы начинали, как мы разгоняли депозит от 1 доллара. Ну, вы поняли, вообще там нонсенс. Просто для того, чтобы показать, ну и научиться отточить мастерство. И это вам тоже нужно. И тогда у вас будет не минус, а плюс. Вот реально. Если у вас сейчас минус, значит какая-то ситуация, проблема в, то есть в вашем понимании. Значит, у вас еще нету понимания. Так, вот здесь заметьте, да, вот идет здесь в рост, здесь идет продажи и опять такой рост. То есть, по сути, он должен был снизиться еще ниже и потом медленно расти. То есть, вот числа, вот 7 часов, да, обычно вот в такое время, как вы заметили, либо вечером, часам это 16 20 21, вечером там вот 2 часа ночи вот начинается резкие движения вверх, это на час, и потом в 6 часов вниз, вот, либо наоборот вниз, а потом вверх. То есть вот вам такие маркеры, да, час, 2 часа, вот что-то происходит. Вот сейчас мы запишем видео и будем смотреть, что вот в 2 часа где-то вот здесь вот будут какие-то вещи происходить. А возможно будет вот таким следующим образом. Он, допустим, упадет сюда, пойдет вверх до какой-то зоны, допустим, вот до вот этой. Кстати, где мои? Вот они. Точки поддержки. Ой, что это оно? В общем. Вот, пойдет до вот этого уровня. Конечно, по-хорошему отсюда опять посмотреть, куда он пойдет, вверх или вниз, да. Вот, но может он вот так вот и пойдет, да, вот в эту, вот в эту зону. Потому что на 4 часа вроде как объемы покупок, ну, вырастают. Здесь понятно, слив какой-то такой интересный произошел. Вот, но тем не менее цена еще может упасть вниз на 1 час. Вот тоже, да, движение 1-2 где-то вот в этих, может, такие линии вот достать, и потом вверх, и потом вниз. Вот на сегодня вот так вот я вижу. Во, кстати, подкорректировать, что мы можем на 15 минут подкорректировать? На 15 минут мы можем подкорректировать вот такое, скорее всего, движение. Вот так вот. В общем, все вот зависит, пробьет ли оно, она 50587. Или все-таки, дотронувшись до вот этой линии, как здесь, да, пойдет вниз. Да, кстати, вот паттерны, посмотрите, вот один из вариантов, там, плечи, голова, плечи и вниз. Посмотрите видео, там есть паттерны, обучение для вас же, все делаем для вас, чтобы было интересно и полезно. В общем, и поэтому, смотрите, если она глобально идет сюда, движение цены, то альткоины и все остальные криптовалюты, они могут вырасти и тоже просесть потом. Ethereum отчасти тоже так же идет, и также мы можем увидеть цену, выросла она. Если биткоин вырос там на 2%, то альткоины может вырасти и на 5, и на 6%. Потом упала она, там, допустим, на 2,5%, альткоины могут упасть еще ниже, на 8, 10, 15%. Так что с альткоинами тоже там аккуратно играть. Так, в общем, вот мой прогноз вот такой вот на сейчас, на сегодня. Все может поменяться, конечно же, но будем смотреть, вот когда сюда вот дойдет линия, вот смотрите, 50500. Давайте будьте аккуратны с ней. Может она, конечно, пойти выше, если вы будете там вот примерно давайте 1 минута. Все равно я выложу видео, уже будет какая-то проторговка, там,
будет совсем уже в другие цифры, суммы. Но глобально вот я вижу, что вот движение вверх и вниз. Вот, а там вечером уже будем смотреть. Вообще в идеале онлайн-трейдинг проводить. Но я не могу такое пока сделать. Так, вот что у нас по XRP. То, что я вам неоднократно говорил, вот эти важные дни, я не читал новости, что там хорошо для там сам хорошо ли или плохо прошли судебные вот эти все. Но тем не менее, вот 34% минус криптовалюта показала. И сейчас она там поднялась там, на 13%. Вот давайте отсюда, вот я вас предупреждал, аккуратно будьте. Вот допустим отсюда. Криптовалюта упала все равно на 14%. И торгуется в районе 46,11. По ней я могу, конечно, что-то там рассказать. Вот, кстати, вот движение давал 24 февраля. Вот такое. И оно отчасти правильное. Здесь, я как говорил, намного не хочу давать времени. Потому что, как вы видите, оно все, ну, как бы динамично. Оно не статически. Вы показали, все меняется. По графикам все меняется. И нужно каждый раз смотреть. Здесь вообще пока, ну, реально непонятно. Вроде как уменьшаются продажи. Должно быть глобальное движение вверх на 4 часа. Но идет вот тут вот непонятный, ну, такой пиптик вниз. Сейчас, 1 час посмотрим. Ну да, вот как будто такое ощущение, что он будет идти к зоне там 44, а потом отсюда уже пытаться вырасти. Вот. Так, у нас еще Ethereum. Ethereum я вам показывал, как я заработал на нем. У нас есть криптовалюты, которые я показывал в прошлом видео. Посмотрим, что с ними. Reef, я помню, было. По-моему, даже первая криптовалюта. Reef USDT. Вот. А еще я тут рассказывал, непонятно. Давайте посмотрим. Это его добавили на фьючерсы, значит, недавно. Я, наверное, здесь что-то там мог показать. Ну, короче говоря, риф просел с 11 февраля. А, так это вообще очень давно. И он проседает и проседает. Пам-пам-пам-пам-пам. Хотя вернуть. Так, ладно, уберем, получается, это все мы уберем, мы там обозначили. Я, наверное, обозначу сам вот эту линию, такую глобальную, которую, если она будет пробивать, то она будет пробивать вниз. Вот, а вот эти движения, вот это раз, там, вот здесь он должен был хотя бы подрасти чуть-чуть, и все равно второе движение вниз. И тут должен подрасти, он вроде как подрос, но опять слив. Ну, что вам сказать? И я, вот он будет. Скорее всего, я думаю, что он будет идти вот в направлении вот там, вот как-то так. Вот как-то так. Пока не будет каких-то, ну, сигналов на разворот. Пока вот видно в этом направлении. Вот еще BTK.
СТ. Вот, по-моему, где? Здесь что-то. Или БТК, БТК СТ. Не понимаю, где я. БТК без БТ. Не понимаю, где мои все вот такие прогнозы, куда они делись. Ну, в общем, за 4 часа, наверное, он 24-го, да, числа, то есть особо ничего не поменялось. Вот он там на 8% упал за 4 часа. Вот на час мы видим волатильность в этих пределах. Я вам хочу сказать, что на 4 часа такое впечатление, что мы глобально пойдем вот в эту линию, вот сюда, глобально, на 4 часа. А если смотреть на час, то высока вероятность, что оно еще какую-то такую петлю сделает, вот такую вот, на 15 минут, да, вот, здесь, как-то вот так вот можно сделать. Ну, в общем, глобально, я думаю, что оно может спуститься еще ниже. При том, что если биткоин пойдет вверх, вот видите, вверх биткоин идет, криптовалюта как-то она не сильно на данный момент, после того, как его пропампили, реагирует. Вот здесь, да, есть какое-то движение, здесь вообще нету. Вот, поэтому может и она, я же говорю, пойдет глобально вниз. Вот криптовалюта лит. Хоть сохранилось, ничего не сохранилось. Не понимаю, почему. Не понимаю, короче, почему. Тут где-то что-то... Это что, столько времени прошло? В общем, ну да, так. Так, короче, падает она. Алит. Мало информации. Наверное, есть информация вот здесь вот. О, показал уровни, показал движение, вообще идеально, просто круто, идеально, классно, доволен. Смотрите. То, что я вам давал прогноз, отсюда до сюда, если не брать, что он упал в этот момент, но все равно он дотронулся 10% за один день. Вот. Поэтому, ну, такое себе. Но если он ниже вот этой линии не пойдет, может он сделать такое пике и вверх. Вот сюда. Но это уже прям прогноз на несколько дней. Вот. Пока сюда вниз, до уровня 7.55, я думаю, что вот мы будем ждать, когда оно 11 будет. Следующая криптовалюта, я думаю, что здесь я действовал. Ага, вот оно, круто. После листинга 177%. 177%. Это сколько? А, 49 дней, ну понятно, смотрите. Вам 15 дней надо выждать было, пока ее не пропампили на 53% примерно, да? Потом идет штиль такой, и потом пропампили через 32%, 32 дня, ну суммарно, да, тут у нас 15, то есть половина еще. Как будто кто-то выдержит 15 дней и пампит. И потом вот мы видим максимум 194, и потом торгуется
на 100%. Но просела она достаточно тоже сильно, 30%. И 49% это когда биткоин упал. Отчасти он копирует биткоин, как вы видите. Можем нарисовать такие уровни. Ух ты. Где она оказалась? Ну, где она торгуется, все понятно. Я бы тогда добавил вот этот уровень, вот этот и вот этот. Здесь мы торгуемся. В общем, на 4 часа тоже падение хорошее. На 4 часа, я думаю, что может еще просесть вниз. Сейчас. Час. Что нам час показывает? Дополнительные продажи. Ну, допустим, вот на час вот мы увидим вот такое движение. На уровень как раз вот этих значений. С 4.1 отсюда, ну, там, допустим, лонг можно было бы взять. Если оно не пробьет, конечно. Если пробьет, то вот следующая линия 3.78. Вот. Вот на 15 минут наоборот будет так. Блин. На 15 минут совершенно по-другому. Совершенно по-другому видно. И тогда вот сюда, да, движение. Если на час смотреть. Где стирашка? Нету. Короче, вот так вот. Вот так вот. Тогда. А глобально? Глобально, да, мы можем упасть до вот этой линии и пойти выше. Пум-пум-пум-пум-пум. Сюда выстрелить должен. Так. Волатильность, кстати, на 15 минут, видите, 5%. Тоже как можно потерять, так и заработать. Так, Dash. Что я тут рисовал? Рисовал движение отсюда вот сюда. То есть, ага, вот движение раз. И должно было быть в этот. А, ну правильно, смотрите, логично. Вот биткоин вырос. По графику, в принципе, я думаю, если отчасти он шел как биткоин, все, он бы дотронулся до 265. Но получается, не хватило ему покупок. На 15 минут движение будет сюда вверх. Скорее всего, до вот этого предела. Вот. Потом на час то он раз. Смотрите, на вот это штиль вот этот непонятно. Вот как можно вам нарисовать, при том, что он вот так вот торговался. Какое-то движение вообще ни о чем будет. Не всегда видно, знаете как, не всегда видны сигналы там на разворот тот же, на, ну, теоретически можно вот предположить, что оно сюда пойдет. Если оно здесь пойдет, вот тут, да, то он тогда, скорее всего, если не пробьет, то пойдет так вот где-то.
Да, как-то так. Вот еще есть RBN. Ну, просто такой же практически график. Практически такой же график. Так. Получается, что RVN Ну, давайте на 15 минут пока, да, потому что непонятно. На 15 минут я думаю, что будет вот такое движение к этой линии, вот сюда. Это плюс 2,5%, да, достаточно, я думаю. Вот. Ну, в худшем случае он пойдет ниже. Если провести вот отсюда, вот так вот. Вот. В худшем случае мы окажемся здесь. Если биткоин тоже пойдет вниз, то он пойдет вниз. Так, 1 инч. Один инч. Что у нас тут получилось? Это мы, по-моему, рассматривали с вами. Это мы рассматривали. На час. Но такое себе. Трейдинг это, походу, неуверенность всегда. Линия. Ну, смотрите, вот мы спустимся сюда, скорее всего, но будем идти вверх. 1 час посмотрим. Да, я бы сказал, вот движение. Вот так вот. Ну вот, допустим, уровни, до которых он может дойти и отскок сделать. То есть вот отскок может быть и пойти вот сюда. Ух ты. Ух ты. Ну, давайте нарисуем это. Такую еще линию. То есть, в худшем случае, если пробиваем, то идем вот сюда, в эту линию. То есть, это 3,69 или же будет 3,408. Вот. Это на 15 минут, на час. Ну, да, вот тут, я думаю, пока вот такое вот. Такое вот движение. Ну вот возвращаемся к тому же биткоину. Смотрите, какая волатильность. Вот мои линии. Да, вот она идет практически. Вот я записываю видео 38 минут, оно идет по этим линиям. От отсюда мы бы, если зашли, мы бы уже там 1,2% с вами забрали. Волатильность идет, смотрите, раз, 1,5%. То есть уже за это время вы бы были в минусе, понятно, кто-то начал паниковать. Вот, сейчас мы будем на 15 минут уже, я думаю, возвращаться вверх. Вот, но тем не менее, как я сказал, мы можем прощупать это, пойти вниз. Пока продажи. Пока на час продажи, на 15 минут небольшое восстановление к этому, наверное, зоне 50-62, 50-50, и идем, скорее всего, на 48. Вот такое впечатление. В общем, сказал все, постарался быстро. В начале важное видео, важная информация, несколько приложений, то есть несколько, ну да, приложений можете на телефон тоже скачать.
несколько программ, которые помогут вам лучше понимать рынок. Еще раз пробуйте, тоже чертите, смотрите разные инструменты. Это мой вам совет. Также пробуйте ставить ордера, пока если вы не знаете, не надо ставить большую маржу, там 100 долларов или 1000. Поставьте 0,33 доллара и посмотрите на процент, который вы получаете. Если вы долгое время будете получать процент, ну, плюс, то по сути вам не важно, какой у вас маржа, вы всегда будете в плюсе, понимаете? Если вы там, рассчитываете на какую-то удачу, то поверьте, удача быстро заканчивается. Все, я как бы сказал все. С вас лайк и подписка 100%. Спасибо, что просматриваете. Спасибо, что задаете вопросы. И всем хорошего вечера. Всем пока.